Ребят, вышли на набережную Ростове. И вот встретили, смотрите, клуб собаководства. Сколько собачек. Мартин, что ты отпускаешь его? Пошли. Не-не, я не побегу, Алин. Главное, чтобы он в воду не свалился. Да, конечно. Пошли. Слушай, так видео четко снимает, начинаешь редактировать, потом на YouTube выставляешь, короче, вообще теряет свою четкость почему-то. Бля, Наташа. Четко, да? Ну и что, свалит? Ты сейчас побежишь за ним, свобода. Пошли. Пошли, пошли. Алин, посмотри. Он еще местность не знает эту. Сейчас захочет искупаться, как Ваня. Я вот здесь вообще хотел остановиться, видишь? Вот здесь. Видишь, мест сколько много? И тут более спокойно людьми. Нормально шарфик покрывает? Да нормально. Здесь ветер не дует. Один шапку, Алин. Да мне жарко. Я лучше... Мартин, иди ко мне, Мартин. Мартин! Мартин, 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 Мартин. Беспокоюсь за собачку нашу. Чтоб она не спряталась в кустах. Что во рту? Мартин. Наташ. Мартин. Ой, хозяйка. Иди ко мне. Друзья, Мартин на прогулке. Первый раз прямо в таком людном месте. Сегодня познакомился с кучами собаками. This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface.